чем суть мотивации? Что ее невозможно навязать человеку извне. Значит, мотивация – это желание. Желание, да, оно может возникнуть и с внешними объектами, но только в том случае, если вы имеете соответствующий голод. Если вам голодно, то вы захотите, конечно, у вас будет мотивация, так сказать, через полмира идти, чтобы это вот в ротик себе положить какую-то еду, понимаете? Это неизбежно. Но у вас должен быть голод. И этот голод может быть голод до достижений, голод до самореализации, голод до, до настоящих отношений, голод до социального статуса определенного. И вот до тех пор, пока вы этот голод не почувствовали, вы не будете мотивированы. И вот дальше вопрос. Как так разложить свою жизнь, чтобы проголодаться к каким-то вещам, которые вам кажутся значимыми? И если вы найдете в этих вещах что-то, что срезонирует с вашим голодом, вы будете очень мотивированы. И, собственно говоря, задача психотерапии зачастую, они как раз в том, чтобы открыть этот голод в человеке. И он чувствует сразу боевой драйв и начинает действовать навстречу своей цели.